Венесуэла, Сербия, КНДР, Беларусь, Сирия, Куба, Эритрея, Китай. Угадай, что общего между этими странами? Ответ достаточно простой. Они все являются друзьями и союзниками России. Это далеко не полный список всех стран. Как ты уже понял из названия этого видео, я хочу рассказать историю взаимоотношений России с ее союзниками. Ну что ж, не будем тянуть, с тебя лайк, а с меня информация. И кстати, на случай блокировки YouTube очень советую подписаться на мой телеграм-канал, так мы не потеряемся. Ссылка в комментариях, ну а мы поехали. Начнем, пожалуй, с Северной Кореи. История взаимоотношений Северной Кореи и России берет свое начало в послевоенный период. Тогда корейский полуостров был разделен по 38-й параллели, и, как ты уже знаешь, одну часть забрал Советский Союз, другую часть — американцы. Россия в лице Советского Союза всегда активно поддерживала КНДР, например, в войне против Южной Кореи в 50-х годах. Как ты думаешь, откуда у Северной Кореи вообще есть ядерка? Ну, тут несложно догадаться, помог Советский Союз. В общем, дело было так. После Корейской войны руководство КНДР в лице Ким Ир Сена задумалось о безопасности страны. КНДР попросил помощи у Советского Союза с разработкой ядерки. И с одной стороны, Союз, ну, не очень хотел это делать, но с другой стороны, Северная Корея была верным союзником в Азии. Союз пошел на компромиссы и предложил Северной Корее помощь в виде поставки атома для использования в мирных целях, естественно. КНДР, конечно же, согласилась. В 1965 году Союз поставил для Северной Кореи атомный реактор ИРТ-2000. И за следующие 20 лет Союз обучит работе с атомным реактором 300 корейских ученых. Но тут дело в том, что мирного атома КНДР было мало, она попыталась получить именно ядерное оружие, но Китай тоже отказал. В связи с этим все силы КНДР были направлены на создание своего исследовательского центра. И к 80-м годам им удалось запустить свою программу по разработке ядерки. Еще стоит отметить, что в 80-е годы советские студенты часто ездили в КНДР учиться по обмену. После распада Союза в 90-е годы взаимоотношения между странами пошли немного наперекосяк. Россия не предоставляла гуманитарную помощь КНДР во время голода, в то время, когда другие страны это делали. В начале 21 века взаимоотношения вновь стали теплыми. В 2004 году Россия поставила в Северную Корею гуманитарную помощь. А в 2009 году договорилась помочь КНДР в реконструкции железной дороги. В 2014 году было подписано соглашение о переходе на рубли в расчетах между КНДР и Россией. И в том же году Россия списала абсолютно все долги Северной Кореи. Ну а в 2019 году впервые в истории Ким Чен Ын осуществил визит в Россию. Еще более тесным сотрудничество стало в 2023 году. Россия и КНДР договорились о расширении сотрудничества в сфере экономики, образования, технологий. И уже дошло даже до того, что российские школьники ездят в летние лагеря в Северную Корею. Совсем недавно, кстати, КНДР заявила о том, что откроет пляжный курорт специально для россиян к маю 2025 года. Напиши в комментариях, сгонял бы или нет. Лично я бы сгонял. Так что в перспективе это будет довольно длительное и плодотворное сотрудничество. Про дружбу России и Сербии я рассказывал в одном из предыдущих роликов. Если хочешь, можешь посмотреть. Вот подсказка. Про Эритрею особо много не скажешь. В 1993 году были установлены дипломатические отношения. Однако сначала все складывалось, ну, не очень дружелюбно. Тут есть интересный факт. Оказывается, когда-то Россия вводила санкции против Эритреи. Это было с 2010 по 2019 год. Данные санкции действовали в соответствии с резолюцией ООН, которые были введены еще во время правления Дмитрия Медведева. Однако в 2019 году указом президента они были отменены. С 2015 года эритрейцам предоставляются стипендии для обучения в российских вузах, причем на бесплатной основе. В настоящее время в России обучаются около 100 человек из Эритреи. Ну, естественно, не так много, потому что страна сама по себе, ну, не богатая. С каждым годом товарооборот между Россией и Эритреей только увеличивается.
Если в 2020 году он составлял 400 тысяч долларов, то в 2022 году уже был 13,5 миллионов долларов. Про взаимоотношения России и Кубы можно хоть отдельный ролик снимать. Но я, как всегда, постараюсь изложить все кратко и понятно. Впервые дипотношения между этими странами были установлены в 1902 году, то есть во времена Российской империи. Впоследствии они несколько раз прерывались, затем снова восстанавливались. Большинство из тех, кто смотрит это видео, знает, что сблизились эти страны во второй половине 20 века. А если быть немного точнее, во времена холодной войны между Советским Союзом и США. Но что реально интересно, изначально Куба не признавала Советскую Россию до 1942 года. До прихода Фиделя Кастро и революции правительство Кубы занимало проамериканскую позицию. Сталину это не нравилось, и он вновь разорвал дипломатические отношения уже в 1952 году. В 1959 году приходит Фидель Кастро. Изначально Советский Союз относился к нему холодно, но все изменилось в 1961 году. Если кто-то не знает, то тогда США попыталась свергнуть Фиделя Кастро путем операции в заливе Кочинос. После этих событий Кастро открыто заявил, что страна пойдет по социалистическому пути развития. В 1962 году на территории Кубы были размещены советские ракеты средней дальности, что, не очень понравилось США. В принципе, так и начался Карибский кризис. По итогу, в обмен на демонтаж аналогичных американских ракет в Турции, гарантии ненападения на Кубу, Хрущев согласился вернуть ракеты в Советский Союз. Вплоть до своего распада Советский Союз активно помогал Кубе. Сегодня отношения между этими странами находятся на довольно дружеском уровне. И совсем недавно, в 22-м году, в Москве установили памятник Фиделю Кастро. Если брать Венесуэлу, то для нее Россия является вообще ключевым союзником. Помощь и кредиты России для Венесуэлы можно сосчитать в миллиардах долларов. Первые контакты Российской империи и Венесуэлы произошли в 1857 году, когда Россия признала независимость Республики Венесуэла. В 1945 году были установлены дипотношения, однако потом разорваны и только лишь в 1970 году снова восстановлены. Близкими взаимоотношения стали только в 21 веке, в период, когда в Венесуэле к власти пришел Уго Чавес, примерно в 2001 году. Впоследствии было подписано более 40 различных документов о взаимовыгодном сотрудничестве. Когда Уго Чавес умер, к власти пришел Николас Мадуро, и отношения стали еще более тесными. На сегодняшний день объемы двусторонней торговли за последние 5 лет увеличились на 77%, и цифра продолжает расти. Россия активно помогает и финансово поддерживает Венесуэлу. Как я уже сказал в самом начале видео, это далеко не весь список. Просто в рамках моего формата и длительности видео вместить все, довольно трудно. Поэтому, кто хочет вторую часть, напишите в комментариях. Ну а мы прощаемся, до встречи в следующем видео.